Только имя, имя, фамилия там, ну, все, что можно. Кашат Кленин Валерьевна. Россия. Москва. Москва. Да. Земляки. Ну, почти что. 2,5 года в Преображении. 8 месяцев в Москве, остальное время на Украине. 8 месяцев были в Москве прямо в центре, да? Под Москвой, Ильинская. А где это далеко? Это Раменский район. Тоже в лесу, наверное, тоже красота там, нет? Да, нищера. Тоже, наверное, там. Нормально, хороший дом. Ага. Ну, о себе, если хотите, пару слов. А вообще, конечно, о центре. Условиях, о там, предложения, замечания, что нравится, что не нравится. Да вы знаете, я как-то не задумывалась, что нравится, что не нравится. Все зависит от людей, которые здесь находятся. И самое главное, от того, что у тебя внутри, а все остальное. Я пришла, наверное, по семейным обстоятельствам, скажем. Алка, наша? Нет. У меня убили сына 28 октября 2008 года. Повесили. Сатанисты. О, Господи. Вот. В Москве? Нет, в Ясной Поляне, в Тульской области. На галстуке. Они кошек вешали, а он мимо проходил. Нет, он родился как раз в Мытищах. 9 декабря 89 года. Присаживайтесь. Сначала пошла в монастырь, поняла, что это не мое. Попросилась куда-нибудь, где какая-нибудь польза была. Я понял. Дали адрес, пришла. Очень сильно курила. Бросила в один день. Уходила пару раз, потому что тяжело физически, в общем-то. Дети взрослые, старший женился вот 5 мая. Второй юрист, а последний на втором курсе Ленинградско-Питерского государственного университета, ему 18. 4 сына у меня было, теперь 3. Муж, врач, я... Закончила философское отделение Ленинградского государственного университета, германское направление. Ницше, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр. Я даже боюсь что-то спрашивать, то я прямо так с колес. Вот и все. Из Киева давно? Я приехала 9 июня, 2 года тому назад, 2009 года. А, уже 2 года в Киеве? Да. Так вы тут да. уже долго живете? Да, я тут долго живу. Вы тут уже все... Одна из последних магикан, можно сказать. Да, мне вот это понравилось, центр Киева, бах, деревня. Бах, такая деревушка такая. Мы сначала здесь на Канальной жили, тоже рядом. Ребята замечательные, в принципе, потому что если человек сам для себя пришел и сказал, что он больше не может... Не, ну так и уходить, не проблема. И я хочу стать другим, это уже замечательно. Понятно. Не, ну тут же принцип один, да, двери открыты, уходи, приходи. В смысле, уходи один раз и все. Нет, правильно? Почему есть вероятность возвращения, если ты это понял, что тебе это... Ну можешь вернуться еще. Как? Не, ну можешь вернуться, но тебя уже с этого места отправляют в другое, да? Да. Ну понятно. Ну в принципе везде по всем центрам. А в Киеве он один этот? Нет, есть еще на Сахарке, Борщеговском. 2, да? Да, второй дом. Ну давайте о Киеве побольше чуть-чуть. О Киеве. Москва, ладно, что там Москва? Киев очень мне нравится. Замечательные люди, вообще изумительные. Я здесь уже очень-очень многих знаю. Серьезно? Конечно. Говорят, такие серьезные по сравнению с чем? Ну, с провинциалами. Мы-то с провинции, я с Николаева. Сам. Да я бы не сказала, обычные нормальные люди, мне кажется. Пальцы распальцовые или нет? Если подходишь к человеку и ему говоришь добрый день. То, слава Богу. Как? О себе тогда чуть-чуть поподробнее. Потому что я ж, вот, что-то я сразу подумал, кастрюли. Что вы лет 15. Вот честно, вот простите меня. Кастрюли, тарелки и молодые люди. Я же так.
Но вы здесь занимаетесь как бы по счастью, сам, кушать готовите, да, сама вам? Да. Понятно. Да я думал, я тут просто нести что всем понемножку. Ну да. Ну и опять же, тут уже принцип такой. Хочешь молись, хочешь не молись, да, я правильно понял? Так и сделал. Сделаем маленькую паузу. А это Виталий Сергеевич. Да, это Виталий Сергеевич. Виталий Сергеевич, пожалуйста. Меня прям сразу сдал на корабль. Ну а как? Здравствуйте. А что, разве Роман не предупреждал? Присаживайтесь. Что я, тем более у нас времени очень ограничено. Очень. Надо умыться и... Нет, ну я думаю, что успеем еще так чайку попить и пообщаться. Ну да, потому что времени ограничено. О себе пару слов. Что о себе? А себе замечательный живет. Парень. Если можно, только поменяйтесь. Не ставим, что против солнца. Против солнца. Против. А себе чуть-чуть. Нет, по стандартной схеме. А ну себе, что, о себе. О себе. 28 лет, как мамка родила, то есть из которых 8 употреблял наркотики. 4 года уже. Вот это мне знакомо, потому что Нина Валерьевна, филолог там со всеми. А 4 года уже наркотики какие? Героин. О, ну это серьезно. Героин. Откуда сам? С России, Кемеровская область, город Новокузнецк. Ну, а так ты прямо с, да, с штаба, с родины этого движения, да? Угу. Ну, как бы все движение организовалось с города Кемерово, а я с города Новокузнецка сам. Угу, угу. В организацию пришел в 2006 году. Первый раз пробыл 7 месяцев. Думал, излечился, ушел. Начал сам ушел или сам ушел по-доброму всем сказал до свидания? Да, до свидания сам. Сказал? Конечно. 7 месяцев пробыл, все, аривидерчи. И я пошел. И сразу начал? Нет, через 4 месяца опять начал. Через 4 месяца, а почему? Не знаю, скорее всего попал в ту среду обитания, от которой постарался уйти. Попал к тем же ребятам? И все, и поэтому опять начал употреблять. Потом обратно вернулся. Через месяца 4. И уже поехал на миссию в город Астрахань. И оттуда уже пошло. Вот поподробнее мне, я что-то забыл, вот этот момент упустил. Как вы выбираете города? Я не выбирал, мне сказали, я поехал. Просто сказали туда и все. Да. А, ты же уже как? Уже был? Да, я уже тем более был. Я пришел, как бы, начинались как раз миссионерские служения. То есть выбиралось там 10-12 человек и отправлялись прямо в город. Ну, до этого было уже как бы на Южном федеральном округе уже были как бы центры преображения России, как бы. И все, я собрался, поехал. Потом уже заслужил, наверное, проработал в организации, наверное, год-полтора. И меня отправили уже на Украину миссионером. В город Днепропетровск, где потом я в последующем встретил свою будущую супругу. И потом до сих пор нахожусь в городе Киеве. Конец первой части.